Привет! Вы на канале Веселый Дилан. Поиграем? Маленький Тайя вместе с другими автобусами жил на автобусной станции. Но однажды он долго катался по городу и заблудился. Ой, кажется, я заблудился. Как же мне теперь попасть домой на автобусную станцию? Привет, я Тайя. Привет, мы машинки Hot Wheels. Я заблудился и хочу попасть домой на автостанцию. Поможете мне? Хорошо, мы попробуем помочь тебе найти дорогу. Но сначала ты должен пройти наш лабиринт и заправиться. Потому что тебе понадобится много сил на дорогу домой. Я поехал. Окей, давай, малыш. Спасибо машинке Hot Wheels. Я прошел лабиринт и отлично заправился. Хорошо, я теперь прямо по дороге. Там ты встретишь Monster Truck. Он подскажет тебе, куда ехать дальше. Пока. Спасибо. Пока-пока. Удачного пути, малыш. Спасибо. Привет! Как тебя зовут, малыш? Привет! Меня зовут Тайя. Я маленький автобус. А я Monster Truck. Что ты делаешь в наших краях, маленький Тайо? Я заблудился и очень хочу попасть домой на автобусную станцию. Я покажу тебе дорогу. Путь нелегкий. Нам придется преодолеть поле с гигантскими арбузами. Давай за мной!
утра. Кто он такой? Кто он такой? Таю маленький автобус. Если рядом друзья, значит, ждет его игра. Новый и прекрасный день. Снова в путь пора. Тая, дальше тебе прямо к сказочному городу. Спасибо за помощь, Монстр Трак. Привет, я паровозик Томас. Везу животных для нового сафари-парка. Привет, меня зовут Тая. Я ищу дорогу домой на автобусную станцию. Тая, ты можешь мне помочь? Конечно, Томас. Тая, назови животных и помоги их выгрузить из вагонов. Хорошо, Томас. Один. Это корова. Два. Это зебра. Три. Это баран. Спасибо за помощь, Тая. Все животные уже на месте. Я позову Айра, он отвезет тебя домой. Привет, Тая. Привет, Айра. Я заблудился и хочу попасть домой. Не волнуйся, малыш Тая, я мигом тебя домчу. Дома. Спасибо, Айра. Рад помочь, Тая. До новых встреч. Пока-пока. Я понял. Пока ты маленький, нельзя убегать далеко от дома.